Всем привет, ребят, с вами Саша, как всегда. И сегодня необычный выпуск. Сегодня я буду снимать про мою точилу новую, которую мне подарили на Новый год. Она на пульте управления. Я вам сейчас все про нее расскажу. Ну что ж, начнем. Она вот такой раскраски. Нормально. Она довольно большая. Очень большая. Она даже в экран. О, вот. Сначала я расскажу про пульт. Ее сторонку. И пульт. Вот такой у нее пульт. Пластмасс тут какой-то дешевый. Вообще. Правда, вот этот классный. Мне нравится. Тут наклейки налеплены. Криво. Это не я лепил. Колесо, правда, колесо тут реально прикольное. Очень классное. Удобно, да, рычаг. Это если что вперед, это назад, это вправо-влево. Ну или как-то наоборот. Ну, в принципе, нормальный пульт. Если сравнивать с для дрифтов, у меня есть тачка такая. Для дрифтов тоже клевая. Вот этот, ну, тут не очень. Эта штука разбалтывается постоянно, тут нету антенны. И тут какой-то, он пластмассовый, а тут резиновое колесо. Вот эта штука непонятно зачем. Ну, короче, качество как-то одинаковое. Тут зато пластик лучше, чем тут. Тут вообще китайщина просто. Теперь расскажем про машинку. Шины у нее резиновые. Резиновые шины. Они классные. Очень классный эта штучка, подвеска, амортизаторы. Что еще могу сказать о ней? Непонятно, зачем тут вот такое огромное просто пространство. И она, кстати, из пластика тут. Ну, это, правда, хороший пластик, он вообще может меняться. Вот такие колеса. Прикольно. Тут такой перед с такой штучкой, чтобы она, если ударится, вообще ничего не было. И сзади тоже такая штучка есть. В общем, очень классная тачка, я очень доволен. Тут так, туда зарядка. Сейчас вам покажу зарядку. Она такая маленькая по сравнению с машинкой. Сюда, тут куча места. Мне дали вот зарядкой. И почему-то зарядку дали без самой этой штучки, которая тут должна быть. Ну, не суть. Тут еще горит фонарик. Сейчас, что это за тачка? Фирма SEO или KEO Muscle Extreme Power. В общем, какая-то фигня. Ну, не знаю. Вроде нормально. Она мне нравится. Я доволен, я очень рад своей покупкой. Тут вот такие штучки. Вот такие тут. Вот, вы видите, должны видеть. Если ее снимаю, то можно снять эту штуку. Ну, зачем? В общем, смотрите, как я на ней гоняю.